Отдельные фразы я, конечно, могу понять на украинском языке, но когда это в потоке речи, в высоком темпе, конечно, мне трудно иногда даже понять суть того, о чем говорится. Хотя мне нравится украинский язык. Мне очень нравится. Я немного из него знаю. Еще в студенческие годы пытался читать «Кобзаря». Но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишее такое: «И де не де, и ніч іде, и голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не іде апостол правды и науки». Я помню, прочитал и думаю, вот как кстати. Я думал, что я такой балбес, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем и ценим, и у них тоже были такие же чувства и переживания.